Всем привет! Сегодня будет необычный ролик, где я буду дизайнером по одежде. Да-да, вы не ослышались. Мне тут пришла идея пошить платье из маминой старой кофточки. Примерив ее к сестренке, длина оказалась как раз по ней. Узнав кое-что из уроков труда, я все-таки решилась. Итак, мы будем шить цельнокроенное платье. Простое цельнокроенное платье – это основа всех платьев. По первому способу выкраивания платья я беру также маечку сестренки и обвожу ее мелом по контуру, прямо на старую вещь. Контуры значительно облегчат создание выкройки и помогут вышить на длину плеча, ширину под грудью и длину пройм. Но нужно помнить три момента. Плечи платья должны быть слегка скошены. Низ платья не прямой, а круглой формы. По второму способу выкраивания вы должны измерить обхват груди ребенка и разделить его на два. Это и будет полуобхват. Теперь смотрим на рисунок. Величина А равна полуобхват груди малыша плюс 6 см, а величина Б равна полуобхват груди поделить на 4 плюс 7 см. После того, как мы обвели маечку, проверяем с данными по замерам форму. Оказалось, что наше платье должно быть немного шире. Теперь не бойтесь, мы же не будем сразу резать. Мы сначала сделаем наметку, то есть прошьем нитками по нанесенным полосочкам. Вот уже моя сестренка примерила это платьишко, и, по-моему, на ней оно сидит очень красиво, и выглядит она прям как настоящая принцесса. Оставшиеся лоскутки мы используем для дополнения образа и сошьем бантик для ободка на волосы, ведь девочки всегда любят всякие украшения. Я беру кусочек ткани, сложиваю пополам кусочек, который по размеру будет похож на нужный мне бантик, и отрезаю. Основа бантика у нас уже готова, теперь осталось сделать полосочку, которая его стянет. И вырежем мы ее из остатков лоскутков. Нам понадобится сделать небольшой прямоугольник. Вот у нас уже готова основа бантика, полосочка. Сейчас мы их будем полосочку пришивать к бантику, и такой вот бантик будет очень-очень красиво смотреться. И теперь осталось нам бантик приклеить к ободку. Я использую горячий клей для того, чтобы она лучше приклеилась. Вот так. И приклеим наш бантик. И вот такой вот красивый ободок будет у нас. Итак, надеюсь, вам понравилось мое дизайнерское творение. Если так, то поставьте этому лайку, этому видео лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, до новых видео!